Буква «С» в имени говорит прежде всего о стремлении к стабильности и материальной обеспеченности. Размышление, обдумывание перед началом дела, ориентация на семью, готовность помочь, иногда капризность – вот истина этого имени. Обладатели буквы «Н» в этом имени отличаются стойким характером и умом. Такие люди всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. Представители этого имени всегда добиваются своих целей и побеждают при любых условиях. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способны достичь больших успехов. Значение буквы «Д» говорит не только о склонности к размышлению, всестороннему обдумыванию как философских, так и житейских проблем, готовности помочь, но и об упрямстве, гордости и независимости. А вследствие этого склонность к ошибкам, не всегда правильные оценки своих сил и возможностей. Буква «С» в этом имени создает стремление к прочному положению и материальной обеспеченности. Буква «О» таит в себе энергичность и отзывчивость, упрямство и доброту. Мировоззрение родителей или домашнего уклада может ограничить их мышление и так прочно пустить корни в сознание этих людей, что в другом взгляде на жизнь у них может попросту отпасть надобность. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. У владельцев этого имени есть твердое стремление везде побывать и все испробовать на собственном опыте. Имеет глубокие чувства, проявляет умение обращаться с деньгами. Необычайно волевые люди, наилучшие сферы приложения их усилий те, где во главу угла ставится способность преодолевать препятствия, бороться до победного конца. Жадность – наиболее распространенный порог в этом имени. Жизнь сулит таким людям много испытаний, но врожденный здравый смысл и позитивный настрой помогают им довольно легко переживать невзгоды. Владельцы этого имени обращают внимание на свое здоровье, на чистоту дома и обладают потребностью все делать добросовестно. Кроме того, владельцы этого имени стремятся к знаниям, а также делать все добросовестно. Люди с буквой «М» в имени обладают превосходным умением решать сложные задачи и проблемные ситуации. Данное имя связывает с красотой, парадностью и в то же время замкнутостью и ограниченностью из-за звука «Д». Звук «Г» в этом имени отличает этого человека такой чертой, как брезгливость и любовь ко всему чистому. Это может проявляться, например, как неприятие находиться в неубранной комнате или нежелание слушать непрофессионального певца или брезгливость в еде. Буквы «Н» приносят в характер отрицание и сомнение. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Они не переносят критику, встречают в штыки любые мнения оппонентов. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.